В дни новогодних праздников мы с вами катались на ледяных горках, лыжах и даже играли в снежки. А сегодня мы с нашей съемочной группой предлагаем вам сходить с нами на каток. Открыли мы его 6 января. За этот период уже достаточно много народу узнало о том, что он работает. Каток у нас платный, стоит вход 100 рублей. Стоимость складывается из коммунальных затрат и из заработной платы. Как дополнительную услугу безвозмездно мы предоставляем прокат коньков. Также нам подарены были меценатами инвентарь для обучения катания на коньках для различного возраста, совсем маленьких, для подростков и для взрослых. Можно взять его также бесплатно и также поучиться на катке по кататься. При входе в центральный парк нужно купить билет. Как нам сказали, он стоит 100 рублей. С этим билетом вы приходите сюда, в прокат коньков. Здравствуйте. Будьте добры, мне нужны коньки 43 размера. Пожалуйста. Спасибо. Получив коньки, мы идем в теплую раздевалку. Ну и переобуваемся. Кстати говоря, если размер вам не подойдет, вам заменят на другой. В данный момент у нас имеются размеры с 28 по 44. Коньки затачиваются на стадионе «Металлург». На этой неделе заказали дополнительно коньки. Коньки размеры с 25 по 46 размер. Скажу честно, я на коньках кататься не умею, но специально для таких людей, как я, были разработаны вот такие вот тренажеры. За них можно держаться, ну и, собственно говоря, учиться потихоньку катанию. Фигурное катание, конечно, явно не мой вид спорта, но зато наш оператор. Вот, посмотрите, он даже свои коньки из дома взял. Вова, расскажи, как тебе лед? Супер лед, супер! Мы ходим на этот каток с самого открытия, и его нам очень нравится. Мы получаем массу положительных эмоций от катания здесь. В который раз уже на этом катке очень нравится лед. Катаемся до самого вечера, и вот здесь им очень нравится. Ты первый раз здесь? Да. Но еще придешь сюда? Да. Сколько раз придешь? Раз 50 или 70. Как на любом спортивном объекте, на этом катке существуют определенные правила, которые не стоит нарушать. Нам о них расскажет контролер этого катка. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какое основное правило, которым не стоит пренебрегать? Ну, основное правило – это посещение без коньков запрещается. Почему? Потому что может испортиться лед. Интересно, весело. Ну, не знаю. А у тебя коньки свои или ты здесь взяла? Здесь взяла. Ну, они удобные? Удобные. А я вообще здесь катаюсь каждый день и стану олимпийским чемпионом. После каждого использования коньки необходимо просушить. Происходит это вот в этой комнате, вот нагревательная система. А коньки ставят вот так вдоль стеночки. Здесь они и сохнут. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.